Добрый день, друзья, вот и подписчики канала, Агроземледелия. Друзья, сварили тачку для автогена. На канале есть видео. Вон шланги висят, баллон стоит. Короче, сейчас мы попробуем. Резак купил, сейчас попробуем это все сделать. Значит, выточила такую втулочку немножко. Алмазная тарелочка бьет. Ножки сделали. Сегодня попробуем установить, разобраться с этим. Это для заправки резцов. Покрасили наш маслопресс. Надо сегодня собрать. И от этого поставить на станинку. Покрасить от эту вот часть. И как бы на сегодня вот еще ручки есть. Надо сделать напильники, поставить на напильники. И на 3 часа у нас стоит дождь. Ну, уже тучи. Тепло, очень тепло. 22 градуса сейчас. Но обещают вечером уже всего плюс 7. Вот такие дела. То есть резко циклон идет. И сегодня в поле не выехали. Сейчас будем заниматься здесь, в мастерской. Так, подход к делу, друзья, самый серьезный. С кислородом. Вот хладон промывать, редуктор капнуть. Резак 2004. Это что, год выпуска или кто? Короче, затянули. Поставили. Сейчас будем собирать. Редуктор. Все как положено, новенький. Кислородный. У меня еще есть совдеповки от старого резака. И шланги есть. Все, комплект. Ну, я боюсь, они очень старые. Им 14 лет уже. Последний раз назад подсоединял. Я лучше новый куплю, сделаю. Так, покрасили. Вот такого цвета. Маслопресс. Кстати, друзья, масло отстоялось. Душистое. Вообще капец. Так, друзья, запустили автоген. Опробовали. Ну, не нравится мне редуктор газовый. Такой вот не нравится. Надо... Ну, вот как выставили давление, все оно держит. Краны закрыты, там закрыто. Сейчас попробуем резать. Я уже, честно скажу, пробовал. И немножко не нравится, газа маловато. Так, перетрусил свои старые загашники. Нашел вот такой редуктор, регулируемый подачу. Сейчас я попробую его вскрыть, потому что 100 пудов там ржавчина, все там есть. Надо его вычистить и поставить, потому что ну, не хватает нам на том редукторе, он нерегулируемый, газу на резак не хватает. Так, и вот такой вот конус у меня есть. Сейчас хочу его восстановить. Это переходной конус, как бы с 1 на 4 номер. Надо тут резаком чуть-чуть продуть. Его пытались, видимо, восстановить. Не знаю как, но он сверло не берет. Наверное, сваркой заварили. Пытались восстановить. Что-то тут не так. Ну, сейчас я это перечищу редуктор, поставлю на автоген. И попробую это дело продуть, а потом гравером доработать. Ну, редуктор сейчас покажу. Ну вот, друзья, я оказался прав. Здесь вот такая шняга в редукторе. Сейчас я буду весь разбирать, выдувать, перечищать. По-моему, больше тут идет, да? Thank you.
Так, надо бить. Короче, резак работает, все отлично. Все. Так, вот еще один инструмент у нас появился. Автоген. Все пучком. Редуктор заменил. Сейчас дует капец. Все, друзья, я очень рад. В общем, как-то так. Сейчас будем собирать маслопресс. А, оно вот эту. Запусти. Воткни в розетку кнопку. А ну. Бьет. Бьет. Ладно, выключай. Вот это вот надо убирать вибрации. Ну, сейчас мы ее сделаем это дело. Все, друзья, всем пока. На этом сегодняшний видеообзор по нашему автогену мы завершаем. Да нет, там бы доску наоборот подложить, чтобы это дожди будут, оно течет же, что он оттуда. Под эту вот так вот. Чтобы она на доску там легла. Потом. Давай потом. Thank you.